Буквально в первые минуты после урагана социальные сети наводнили фотоснимки и видеоролики, на которых очевидцы фиксировали то, что происходило во время урагана и его последствия. В Москве стихия унесла жизни 11 человек. По заявлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в области погибли 5 человек. В Ленинском районе к ликвидации последствий разгула стихии приступили в кратчайшие сроки. Сразу после урагана в 3 часа нам поступила информация с администрации с адресами порядка 40 поваленных деревьев. Мы собрали группу быстрого реагирования, техника, опиловщики, люди, которые собирали, работали до 10:30. Вчера первое все убрали, сегодня тоже продолжаем собирать все, что осталось после урагана. Глава Ленинского района Олег Хромов на своей странице в социальной сети обратился к жителям, чтобы они были предельно внимательными, находясь на улице, и сообщали об опасных последствиях урагана по телефону горячей линии. По данным Управления территориальной безопасности, во время ураганного ветра произошло 2 случая отключения электроэнергии в сельском поселении Булатниковское. Дома в экстренном порядке были переключены на резервные источники питания. В данный момент электропитание полностью восстановлено, пострадавших нет. Уборка упавших конструкций и деревьев продолжилась и на следующий день после урагана. Есть свой специалист, который по ходу смотрит состояние дерева, и если на него упало дерево, и это гнилое, значит, мы его тоже убираем. Мы работаем с экотрансом, мы попилили деревья, они привозят нам бункер, мы их складываем, и экотранс дальше их увозит. По словам специалистов комбината благоустройства, все последствия урагана будут полностью устранены к выходным.